Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государством, как мы в одиночку, не просто будет трудно выжить, будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством, но мы были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Не важно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может. Казахстан – это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю, если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Вот через нас просто перешагнут, как я говорю, в жерновах перемелят и выплюнут. Для нас очень важно остаться независимым государством, управлять своей страной, жить мирно и спокойно и дружить, быть в теснейшем союзе с нашими соседями, с теми, кто хочет с нами жить вместе и кто нас понимает.